зубами. Пэдди под блок залетает. Здесь поймала ее Грайнер. Резвый проход. И здесь ловит на ошибке Макбрайт. Передачу эту прочитала Кейла. И здесь такой флоутер Паркити. Под хорошую атаку. И 3 очка. Пара больших. Вадиева и Месман. Маша разворачивается. И вот здесь проходит. 38 лет. Вадиева. Одной левой. И второй тайм-аут. Опять на грани, но мячик переваливается после броска Виттеллы. Первые. Выцеливала с этой точки. Сначала попала на выходе первым своем. Вандерслут. Макбрайт. И еще 3 очка от Кейлы. Маш Вадеева тоже получает мяч на периметре. Всегда смотрит на кольцо. Пока не решилась. Грайнер. Бэдди. Ну вот, наконец-то. Хорошее врывание и с фолом сейчас. 2 плюс 1 впервые, по-моему, в этом матче зарабатывает Рига. 9 так и было максимальное преимущество. Да, 29 так и есть. Я посмотрю после третьей четверти. Тут же статус-кво восстанавливает. Месман. Подбор не понадобился. Эмма попадает со средней дистанции. Башку издали. Попадает Гунте. Вот подбор. Если его не было, 10-го подбора, то сейчас он есть. Дабл-дабл у Вадеевой. Мусина на дуге. Еще 3 очка от Раисы Мусиной. Ударный финиш у КМК. 2 дальние атаки. Соперницы отвечают тоже дальней попыткой в исполнении Креслины, но она промахивает.